Никит, вчера забросил шайбу шестерки, но прервал его серию. Перед матчем были разговоры о том, что СКА давно не пропускает? Да нет, в принципе, так. Но если между ребятами, так что пару слов переговаривались, так в основном ничего такого не было. Почувствовал ли дополнительную гордость за то, что прерывал именно такую долгую сухую серию? Да, ну я в тот момент об этом не думал. Как бы старался больше помочь команде и все для этого сделать. Твоя первая шайба какая? Да. Забрал шайбу? Да, да. Чарли подъехал, спросил, кто первая, я говорю, да, и Чарли забрался. А она у тебя прямо сейчас с собой? Сохранишь как сувенир? Ну, я положил ее в сумочку к себе. Где там лежат вниз. Какой настрой на завтрашний матч? Ну, хороший, позитивный, надо адаптироваться. В прошлой игре выложить все силы, отдать все, чтобы показать хороший результат. Чувствую себя нормально, в команде все хорошо, приняли хорошо, и атмосфера отличная, как я уже и говорил. Вот. Работаем с первой минуты до последней. Следишь за результатами «Динамо» молодечно сейчас? Да, конечно, слежу. Ну, как играют, как после матча сыграли? Ну, проиграли «Юности», могли выигрывать, или за 30 секунд пропустили в конце. Честно думал, что они дожмут их, но силёнок не хватило. Чувствуешь доверие тренерского штаба? Да, конечно. Да и вообще любое доверие нужно завоевывать, доказывать своей работоспособностью, своими действиями правильными. Вот, и полностью выполнять установку, которую тебе дают. Как настроен сейчас? Какой настрой на оставшиеся матчи? И как настраиваешься на матч с ЦСКА? Да, любой настрой должен быть запредельный и боевой, но насколько это есть, насколько есть возможность. Даже не на 100, а на 200, на все 300% нужно быть готовым.